I got big rocks jumping at my brain. Да не надо потом платить за тебя за выкуп. Это мой офис. Если бы у тебя была возможность, ты бы создавал, да, свою одежду. Естественно. Это Кизару клеил, там на скейте подъезжал. Сколько лет ты уже работаешь на этой студии, Олег? Первый раз вейпит. Ты можешь на этом пони зачитать что-нибудь, Олег? Вот я решил поднять немножко бабла. Вот сука, а. Я фак не занимаюсь спортом, я. Вон там вдалеке стоит Смоки Мо, 13-й, секретарша 13-го. Она у него просит фотографию сделать. Даже здесь, в Испании, ценят, даже здесь. Ты что говорила? Смоки Мо, скажите, как вам? Заткнись! Она так хочет нирваны, но этот вкус ей вряд ли знаком. Передай же ей, пусть готовит свое тело горячей войне. Знаю, как хочет, вернусь, втиснусь, как... Давай, прыгай. Реально, хочешь, Олег? Давай. Ты снимаешь? Да. А мне не... милиция не... Бля, чё ж ты говоришь, а потом думаешь, милиция тебя. Да не надо потом платить за тебя за выкуп. Я могу. Ну, бля, я не буду платить за тебя за выкуп. Куда? Ты... Так, молодой человек, заплатите. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят, иди, идиот. Я думал, он типа не услышит, видел я, как тихо. Да нет, там шатнулось нормально, а брат. А да, шатнулось? Конечно, там эта вся хуйня шатнулась. Подожди, а ты не имеешь права одевать трэша? Катался ли ты на скейте? Умеешь ли кикфлип делать? Не, не катался. Нет? Все, только Гуччи, Гуччи скоро. Ребят, я отстал там немножко на улице. Ты уже свою музыку опять тут вдыхаешь везде? Да, я продвигаю. А я не знал, что Димас-то амбассадор этого магазина в Испании. Красавчик. Бля, жалко, что все деньги потратил на хайповый шмот. Это было бы для клипа про Микс Файт. Там, кстати, Зипуля будет. Зипуля, респект! Респектуля от Зипули. Он к нам в Москву прилетает. Знаешь такого персонажа, Зипуля? Такой персонаж в интернете, который читает что-то. Я фак занимаюсь спортом, я такой чувак из улиц. Нет, не видел? Нет. Короче, увидишь во влоге. Она на ТВ. Бля, жалко, жалко. Димас тобой тоже хотел кого-то. Времена альбома «Карате» возвращаются. I'm right in front of my front steps, thinking of a plan. Looking like Raggedy Ann, or throwing hands, kicking a can. Thinking of a... Всем привет, я новый оператор. Оператор не долетел. ББ, увидев этот кадр, будет плакать просто. Да, ББ, у нас теперь новый оператор. Извини. А моему корешу подписали именную панаму Вавело. Смоки Мо. Который познакомил меня с творчеством Смоки Мо в 2006 году. Как там? Еее, денежный тест. Магаз. Смоки, купил себе вещей. Куртку. Короче, купил себе... Тренч. Стоил он изначально что-то в районе 600 евро, короче. Мы его за 150 забрали. Смотри, изначально я эту рубашку заказал в Нигерии у каких-то местных дизайнеров. Мне прислали из Нигерии, потом мы ее перешили в Москве с одним дизайнером, короче. Если бы у тебя была возможность, ты бы создавал, да, свою одежду? Естественно. И... Даже задумался там о своем бренде, да, каком-то? Да. Да, дизайнерская рубашка.
На самом деле я сбайтил ее с национальной одежды жителей Нигерии, но я ее стилизовал под свой стиль, поэтому вот такой вот, такой вот фиг. Мы против курения в общественных местах и повсюду развесили наши лозунги. Лозунги, да. Это Кизару клеил сам, на скейте подъезжал? Ну, вообще, да. Короче, есть рарная куртка Nike. Кто лучше зачитает? Батл. От меня получает подбор. Это Nike, кстати, неплохая персона. Такая. Смотрите, необычный камуфляж какой-то. Или дизайн, графика какая-то. Камуфляжный дизайн. Присылайте свои фристайлы. Вообще мы про Lifetime говорили. Ладно. Это звукорежиссер Олега. Стремящийся, братан, я так называю. Олег, расскажи что-нибудь про это место. Это мой офис. Это твой офис. Здесь я провожу время, когда работаю над музыкой. И я выкладываюсь по полной на студии. И советую вам делать то же самое. Потому что насколько вы выложитесь, настолько люди хотят слушать вашу музыку. Пару слов о вашем звукорежиссере. Его зовут Маркос. На самом деле он звукорежиссер, он раньше сводил рок и метал, и панк-рок, и всю такую музыку, но появился я, и он начал что-то... Мы начали работать над хип-хопом, над трэпом, над трилом, над разными направлениями, и постепенно он там за год-два, ну, он достиг вообще бешеного уровня, потому что он равнялся на звукоинженеров Savage, Future, Мигасов и всех вот этих пацанов, и достиг очень серьезного качества в звуке. Еще он никогда не сводит трек одинаково. То есть каждый трек он будет сводить так, как он примерно должен, ну, он составляет композицию всегда, понимаешь? Он может из говна сделать конфетку. You make magic in music. Yeah. This is my job. It's your job. Сколько лет ты уже работаешь на этой студии, Олег? Я 4 года. Она такая любит мой. Малыш, как говорится, когда в нее плавно хожу, пускай соседи в округе не спят, ведь мы делаем это так шум. Мы слушаем. Здесь надо и башить, братан. Здесь надо и башить. Это флоу. Омфаза или как там? Мофаза? Ошибаза. Вот так, ребята, пишется по-настоящему текст. Только трушно. Они вышли на улицу. Они ловят вайб, это делается именно так. И Смоки Мо, он там на фоне ходит. Что ты прячешь в панаме своей? Панама на голову крест нательный. Что ты прячешь в панаме? А. Презики, Б. Траву, В. Автоматы. Хорошая шутечка, братан. Ха-ха, живот лопается. Ты где научился так шутить? Ва-ха-ха! Ты Петросяна, дурный братишка, по-моему, цы. Давай, шути дальше. Ножи. Айб. Нормально. Сегодня Пасха. Всех с праздником. Христос воскрес. И мы нашли в городе, нашли церковь католическую. Православную мы еще не находили, зайдем в католическую. Сегодня Пасха. Сегодня Пасха, мы зашли, случайно увидели храм, зашли, католический, кстати. Красивый. Да. Смоки сказал, что это главная улица, как Невский в Питере, называется Валенсий. ББ, который... привет тебе, ты так охуенно. А ну-ка разбежались! А ну-ка Бля, что за кипер? Нормально все у тебя? Сам за Кевин. Ола. Ребята, берите с него пример. Вот такой голос нужен, чтобы стать охуенным рэпером. То, что сейчас будут уроки по ловле такси.
Сможет ли Кевин поймать такси в Барселоне? Вот вопрос. Давай, вытягивай руку и танцуй танец эротический. Представляешь, что наши подписчики напишут на твой танец? О, Ламборгини. Поймаешь Ламборгини, тебе бонус в карму. Вот, такси едет, смотри. Не, смотри, подбегай к Ламборгини и перегораждай путь. Давай, 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 перегораждай путь. Давай, чувак, пока она не уехала. Эх, эй, такси. Бля, вот Кевин. Все, вот такси поймал. Давай, ты платишь за такси. У меня все опять. Нет, ты вперед прыгай. Вы против музыки не возражаете? Нет. Может, поедем? Я. А это вот этих пацанов знаешь? Это лучшие из лучших. Legends. Не подходите к нам и не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Мы зашли в самое лучшее заведение, которое Кизару посоветовал. Надо съесть вот это все. И вот эту ногу в том числе. И познакомиться вот с этой женщиной. Сними ее. А тёлочка охуенная, чика. Втягивай. Кизару первый раз вейпит. Все, все. Мой братан. Вейпер. Знает о нём весь район. Вейпер. 9:30 вечера после студийки. Написали охеренный трек. Смоки, Кизару. Ну вот, новый танец изобрел. Ты можешь на этом фоне зачитать что-нибудь, Олег? Было бы офигенно. Туда подальше, чуть-чуть. Ага, вот здесь. Здесь? Да. Вот так? Да, да. Вторая пачка бумажек закончилась к утру. Буду получать на лапу, пока я не умру. Мне глубоко наплевать, гахнем ты или тру. Забыл, где кого-то зажил, да я их разорву. Парень, если пушер, его детям надо кушать. Гребаный закон, его хочется нарушить. И такой, какой есть, не стараюсь бы и круче. Расскажи мне все, покажи, где взять. Лучше кому-то очень сильно нужен этот дил. На он пролете я давно уже слил. Ты не понял, парень, я sold out. Мой телефон хочет взять тайм-аут. Я плохо учился в школе. Часто пропускал уроки, шатался по улицам моли, вкушал людские пороки. Я бываю не себе, я бываю агрессивно, я пашу без выходных, мам, не жалея сил. Ну-ка, дядя, форме убери ксил, дайте мне биток, я его изнасилую. Ее бы грамм сил постоянно боковал, нихуя не получит, я уже все упаковал. Как-то надо выживать, мы как будто на войне, меня ждет другой клиент, она платит мне вдвойне. Красава, зачитал на улице, красава. А теперь ты. Bitches on these haters every day. That's why they call me on the streets. Kevin 2K 2000 tracks in my pocket. If you're lucky, I'm a rocket and throw the presidents in my residence. Turning whole, looking sweet like cinnamon. Homies in Barcelona, they pouring up their venom. The double cup, but I've grown up and I was drinking vitamins in my gym. Cause I'm the new rap phenomenon. We're dominating the whole rap game. Дальше читать не буду, я написал это и мне лень. Он пьет лин, Коудин. Я Джеймс Дин. В честь альбома Smokey Mo «Время тигра» я решил одеться All Tiger. Люди задают главный вопрос, на который мы ищем серьезный ответ. Почему Кевина так много во влоге и когда его станет меньше? Мы ищем, пишите в комментариях. Наконец-то нам удается зайти в метро, прокатиться в андерграунде. Thank you. Что ты хочешь от меня? Я не знаю. Нет, нет, нет. Что ты хочешь от меня? Весь твой шит лишь бред, бред, бред. Мы едем в Лисею. Зачем? Что там? Музей высоких искусств.
Ты реально читать будешь? Я сохраню тебя в моно, добавлю шума, чуть-чуть пыли, детка, ни о чем не думай. Вот оно, никто не знал такими безумными нас. Дело медленно, но я убью все примерно за час. Соседи шумят, у них на полную стелят, дух не чувствую грубо. Сегодня пенни в стакане мой груб. Не хватает твоих губ, я буду не луп. Не хватает твоих губ, да, я был с ними груб. Сохраню тебя в моно, добавлю шума, жаль, что я все убил. Фига ты дерзкий, нажал на кнопку. Тут на кнопку надо нажать, чтобы дверь, видишь, все закрыты, где не нажал на кнопку. Круто, я не знал. Вот я решил поднять немножко бабла халявного Triple X. Предоставляет нам возможность нормально поднять бабло. А это реально игорная фигня? Да. Ты об этом знал? Смоки ставил ставки? Миллион евро могу выиграть. И выиграю. Сильное заявление. Сейчас попробуем удачу, ребята, на удачу. Хоть бы выиграть. Если я выиграю, то... Я не знаю, нужно будет какой-то обед разыграть. Ребят, я люблю вас. Give me ticket. С евро. Ну, проверим, насколько была счастливая монета. 1 100 000 евро. Заебись, кстати. Чем ты еще? Рисковые парни рискуют до конца. Сука, дай еще 2 евро. Не-не, хватит. Смотри, как все делается красиво. Здесь не было. Помнишь, ты просил меня останавливать, когда нужно здесь? Дай 2 евро, это 140 рублей. У меня нету 2 евро. And the one, playful card, playful card. Я замолвил, учусь. Мы должны выиграть, мне надоело все. Не везет мне в картах, повезет в любви. И он такой, там было. Когда со своей был, сколько я въебал бабла на лотерее. На серьезную сумму. И ничего не выиграл? Нет. Следовательно, мы сделали вывод, Смоки, что не надо играть. И скажи всем фанатам, что это все пустая трата игорные, времени. Игорная зависимость. Короче, мы обошли всю Барселону пешком вдоль и поперек. Покажи свои кровавые ноги. Девчонки, привет, как ваши дела? Хорошо все? Какие-то неприветливые тут, так, иди с детьми. Смоки, люди не понимают русские по всему миру. Как? Короче, это походу тюрьма, ребят. Мы здесь оставались, это наш отель. Libertad o dictatura. Что это? Прикиньте, значит? Смотрите, какой забор стрёмный. Короче. Не, посмотри, вот это сними. Что это такое вообще? Это внутри. Пиздец, мрачнее. Короче. Абсолюсио Вальтоник. И хасл. Главное хасл в этом. Мы нашли, что хотели. Хасл. Причем давай так хуево писать в инстаграме. Хасл. Хэштег. Все, меняют твой ник на революционеры хасл. Хасл бой. Стиль тебе идет. Разблат 4. Ты проигрываешь. Бро, мы с тобой похожи. Пока, пока. Выглядывает, смотри. Тянет ручку. Бля. Ну как ты?
Нормально? Тяж. Засыпаешь уже? Ну, тяжко. Не выспался, да, просто? Не, просто нормально.